Ветеранские футбольные дружины выясняли, кто лучший в Приморье. Участников краевого чемпионата по мини-футболу принял спорткомплекс «Локомотив». Матчи провели 8 команд. Их разделили на подгруппы, внутри которых составы сыграли по круговой системе. Из подгрупп вышли по 2 команды с большим количеством очков. Уссурийск представляли 2 команды ветеранов. Первая с одноименным названием города, за второй играли футболисты «Локомотива». Но ни одна из хозяйских дружин в розыгрыш за медали не вышла. Ветеранский футбол непредсказуем. Здесь можно показать в первой игре нормальную игру, во вторую немного подсечь уже у кого вот это. Но здесь, как говорится, непредсказуемо. Ветераны из Находки, Артема и 2 состава из Владивостока боролись за призовые места. Во всех командах играли футболисты со стажем. Новичков практически не было. У нас из 8 человек, 2 человека не играли нигде, только буквально играют лет 10, наверное, так, в любительский футбол. Остальные, да, поиграли, кто в Океане, кто, ну, в Океане, я имею в виду, Находкинском. Вот у Уссурийском «Локомотиве» 2, Заяц, Виктор, Заяц, Евгений играли, Арман в воротах у нас тоже играл. За Океан, как бы, ну, нормально. Во второй лиге поиграли ребята. Бронзу заработали ветераны из Находки. Серебряная награда досталась команде «Маяк» из Владивостока. И чемпионами ветеранских соревнований стали футболисты из Артема.